Крутые аспекты ИИ очевидны. Написать курсовую работу или сочинить частушку и много чего еще — это весело, забавно и полезно. Но можешь ли точнее рассказать про потенциальную опасность? Что такого страшного может сделать ИИ? Что именно тебя волнует? Я процитирую старую поговорку «перо сильнее меча». Допустим, появится сверхсильный ИИ, способный невероятно хорошо писать и писать убедительно, способный убеждать, который со временем будет все четче понимать, как лучше влиять на людей. Затем он влезет в соцсети, в тот же Twitter, например, или другие площадки, и сможет манипулировать общественным мнением так, что это обернется катастрофой. Мы вообще это заметим? Да уж, не заметим. Не заметим. Вот поэтому я настаиваю, чтобы в будущем аккаунты в Твиттере имели верификацию человек, чтобы все понимали, что это действительно человек. Боты допустимы, но нельзя, чтобы они выдавали себя за человека, не притворялись людьми. Потому что, конечно, может быть миллион разных ботов, скажем, чат GPT 5 версии или 6, которые будут несравненно превосходить людей, которые смогут обучаться с подкреплением, обучаться влиянию. И в итоге мы получим миллионы человекоподобных ботов, массово влияющих на общественное мнение.